Режиссер Джордж Нолфи. Автор сценария Джордж Нолфи. По мотивам рассказа Филиппа К. Дика «Бюро корректировки». Продюсеры Майкл Хэкетт, Джордж Нолфи, Билл Карраро, Крис Мур. Оператор Джон Том. Художник Кевин Томпсон. Композитор Томас Ньюман. Мэтт Дэймон в фильме «Меняющие реальность». В остальных ролях Эмили Блант, Энтони Мэки, Джон Слеттери, Майкл Келли, Терренс Стэмп и другие. Фильм кинокомпаний Universal Pictures и Media Capital. Производство Gambit Pictures в содружестве с Electric Shepherd Productions. Фильм дублирован студией Пифагор по заказу кинокомпании Universal в 2011 году. Режиссер дубляжа Ярослава Турылева. Звукорежиссеры Михаил Борисов, Леонид Драгилев. Русский синхронный текст Андрей Водостой, Светлана Ахмеджанова. Ассистент режиссера Ирина Веникова. Роли дублировали: Сергей Быстрицкий, Наталья Фищук, Иван Агапов, Артем Карапетян, Дмитрий Полонский, Радик Мухаметзянов, Дмитрий Курта, Алексей Мясников, Владимир Герасимов, Данил Чебланов и другие.